Сорт томата «Красный красавец». Этот сорт среднего срока созревания. Высота куста до 1,5 метра у меня был в открытом грунте. Сорт очень высокоурожайный, вкусный и красивый. Вот такие вот интересные плоды со штрихами, полосочками. Возле плечиков темно-фиолетовое пятно. Если сорт растет в тени, то фиолетового пятна почти нет, только остаются красные штрихи, и фиолетового цвета меньше. А если растет на солнышке, то фиолетовое присутствует цвет больше. Плоды у этого сорта сочные, мясистые. Вес может достигать от 150 до 400 грамм. Очень вкусные на вкус, насыщенно сладкие. В разрезе плоды, как мы видим, многокамерные, очень сочный, мякоть красно-розового цвета. Эти плоды подходят для цельноплодного консервирования, для приготовления различных соусов, паст, для употребления в свежем виде. В общем, на что способна ваша фантазия. Плоды очень вкусные. Выращивайте этот сорт и получайте массу удовольствия. Подписывайтесь на наш канал, ставьте палец вверх и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые обзоры наших томатов и перцев.